рассказываем об этой стройке с момента первой свая, а сейчас мы уже поднимаемся на 23 этаж уникального общежития ДГТУ. Правда, пока на грузопассажирском подъемнике. Монтаж лифтов практически завершен, ведутся пусконаладочные работы. А сколько раз в день вы так катаетесь туда-обратно? Целый день. Промежуток 5-3 минуты, 2 минуты. И это понятно. Работы на стройке идут сегодня полным ходом. Сейчас мы на крыше 23-этажного здания. Сейчас мы с вами находимся на кровле 23-этажного корпуса. Как вы видите, все работы по утеплению, по стяжке, разуклонке, все они выполнены. И буквально с завтрашнего дня мы уже начинаем наплавлять материал и выходить уже на финишные тоже работы. Вот такой захватывающий вид открывается с последнего жилого 22-го этажа нового общежития ДГТУ. А внутри обоих зданий работы вышли на финишную прямую. Уже смонтированы системы водоснабжения, канализации, вентиляции, системы электроснабжения. Почти полностью готовы пожарная сигнализация и система пожаротушения. По всем основным системам зданий полным ходом идут пусконаладочные работы. Потом все это покрасим, постелим линолеум и поставим двери. В принципе, все готово для проживания студента. Уникальное круглое здание общежития имеет 22 жилых этажа. И, естественно, всех волнует вопрос подъема на верхние этажи. На 23-этажном корпусе у нас будет установлено 3 лифта. Они все будут грузовые. Вот. По грузоподъемности они будут до 1 тонны. То есть это, соответственно, будут помещать все порядка 10 человек. Помимо работ внутри зданий, одновременно ведутся работы по благоустройству территории, прилегающих к зданиям. Сейчас видим устройство корыта автодороги, по которой будут ездить машины. И также будем последующие делать устройство отмостки, тротуаров и там зеленых насаждений в будущем. Уже назначена и приступила к работе заведующая новым общежитием. Каждая комната представляет собой квартиру-студию. Здесь будет проживать по 3 человека. Комнаты на данный момент по плану будут оснащены буквально всем. Комплекс зданий высотного общежития ДГТУ уже вписался в живописный пейзаж нашего замечательного города. А скоро эти здания наполнятся новой жизнью, устремленной в будущее.